Сланцевской библиотеке состоялось подведение итогов традиционного новогоднего конкурса «Волшебная мастерская Деда Мороза». Дети и родители, учащиеся и педагоги своими руками сделали более 100 новогодних варежек, валенок и носочков. Выставка этих дизайнерских работ будет украшать витрину библиотеки все новогодние праздники. Победителей конкурса пришли поздравить активисты молодежного библиотечного центра «Мост» в образе лисы Алисы, кота Василия, символа уходящего года обезьянки и наступающего года петуха. И, конечно же, победителей волшебной мастерской поздравили Дед Мороз и Снегурочка, которым детвора на мероприятии с удовольствием прочитали стихотворение про Новый год и станцевали зажигательные танцы. Затем итоги были оглашены. Победитель в номинации «Носок сладостей» стала семья Артема Кальянова с творческой работой «Сапог из сказки». В номинации «Варежка подарков» победила семья Дарины Топориковой с творческой работой «Всех балует Дед Мороз». Победители конкурса получили сказочные иллюстрированные издания книги «Елка» и дипломы победителей. Остальных участников наградили благодарственными письмами и детскими книгами. Многие дизайнерские работы волшебной мастерской Деда Мороза в дальнейшем примут участие в благотворительной акции «Добро до востребования». Активисты передадут работы одиноким людям, чтобы поздравить их с Новым годом и Рождеством. За эту инициативу участников акции наградили значком «Спасибо, ты добрый».